I'm alive. Лин, ты что печешь? Может, пойдем покупаемся? Нет, я пойду. Мы уже собираемся, нам пора делать чекаут. Лим, давай, говори пока-пока морю. Всем пока-пока. Мы еще вернемся, да? Мы еще вернемся. Пока-пока. Надеюсь, еще увидимся в этой жизни. Давай. Чемоданы мы уже собрали. Клевый отдых у нас получился. Никак не жалеем, ни о чем. Все было очень-очень супер. Надеюсь, что это у нас не последний наш отдых, да? Да. Посчитай наши чемоданы. Маська. Чемоданы сложили, пошли за папкой. А еще кому? Да, еще. Кто там будет? Скучно. Нам еще предстоит 4 часа ожидания в аэропорту и 7 часов полета. Плюс ожидание еще в аэропорту Стамбула. Почему 4 часа? Полсуток точно не будем. Это же Мустафа, прикольно. Рада его видеть. Выпил? Мы сидим тут. Заставляем, да? Пытаемся убить время, убиваем мышек. Вот мы и вернулись. Клим, здорово, что мы приехали. Что там у нас дома? Была гостиница, а теперь настоящий дом. Собаки, конечно же, не сошли мамы. Home sweet home. Опять кажется чересчур белым. Кстати, дома очень чисто. Такое чувство, как будто Сашина мама убиралась. Это даже странно, но приятно приходить в чистый дом. А мы сейчас будем купаться. Ой. А мы сейчас будем спать, да? Что вы? Спать. Спать. Хоть в самолете я и спала, Саня вообще не спал. У него боязнь летать. В общем, мы улетали, заправляли постель. Сейчас расправляем. Всем пока-пока, увидимся завтра.